Вы смотрите обзор товара «Щепа декоративная кирпичная 60 литров. Мешок». Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Декоративная щепа – натуральный и безопасный мульчирующий материал. Щепу получают из древесины сосны, которая растет в регионе с хорошей экологией. Не стоит путать декоративную щепу с обычными щепками, которые остаются, например, после колки дров. Декоративная щепа специально обработана так, что пораниться об нее невозможно. Так что, этот материал безопасен во всех смыслах. Не случайно же декоративная окрашенная щепа рекомендуется в качестве покрытия для детских площадок. Яркие цвета и возможность их комбинации позволяют создавать красивейшие композиции. Декоративную щепу активно используют в своей работе профессиональные ландшафтные дизайнеры. Их привлекает легкость укладки щепы, долгий срок ее службы и богатые возможности работы с цветом. С помощью этого великолепного мульчирующего материала вы сможете создавать композиции не хуже, чем у профессионалов. И от вас не потребуется никаких усилий для того, чтобы внешний вид замульчированных участков сохранялся. Краска, которая используется для создания цветной щепы, очень стойкая. Дожди, ветер и снег ей не грозят. Декоративная щепа не линяет и не пачкает руки. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.